Каждый раз я приезжаю в этот прекрасный город над Амуром, чтобы вновь покататься на Риазах. Вот она, музыка Лиаза. Это не Бах и не Бетховен, и даже не Моцарт. Лиаз. Приезжайте в Амурск. Где вы еще в 22-м году покатаетесь на новом? Смотрите, какое состояние. Лиаза. Долго еще пробегает.
она, музыка Лиаза. Это не Бах и не Бетховен, и даже не Моцарт. Лиаз. Самая душевная колыбельная в мире. Каждый раз я приезжаю в этот прекрасный город над Амуром, чтобы вновь покататься на Лиазах.
Друзья, не скупитесь на лайки. Чем больше будет лайков, тем больше будет моя мотивация ездить в этот прекрасный город над Амуром и снимать для вас поездки на Лиазах. Скоро увидимся. Пока-пока.